воззвание к высшим силам и цивилизациям. Проговариваем в 22:00 Москвы все вместе, чтобы мы своей волей и силой приняли участие в изменениях на Земле. Воззвание получено от Христа напрямую. Да пребудет Отец и Мать, Божественные с нами и в нас. Да воссияет их свет над миром. Да будем мы Его проводниками. Да снизойдет благодать Отца Небесного на планету и ее обитателей. Да воцарится на земле мир, свет и любовь. Да будет так. Я, имя, отчество, фамилия, человек планеты Земля, третий от Солнца, по праву свободно, волеизъявления, данному мне Создателем, с полной осознанностью, ответственностью и решимостью принимаю в свое сердце свет Христа и прошу Его быть мне помощником в обращении к светлым силам космоса с просьбой о вмешательстве и прекращении геноцида жителей Земли врагами рода человеческого. Я призываю Христа Спасителя и Великую Матерь Вселенной свидетелей моего воззвания и всецело вверяю им право быть моими представителями в Высоком Собрании Светлого Братства Земли, ответственного за судьбу человечества и всех живых существ планеты. Да будет так, так оно и есть. Аминь.